Друзья, смотрите и слушайте в шортс актуальные цитаты классиков. Я часто видел, как люди становятся невротиками, когда довольствуются неадекватными или неправильными ответами на жизненные вопросы. Они стремятся к положению, женитьбе, репутации, внешнему успеху в деньгах и остаются несчастными и невротичными, даже когда достигли того, к чему стремились. Такие люди обычно ограничены слишком узким духовным кругозором. Их жизнь не имеет достаточного содержания, достаточного смысла. Если им дать возможность развиться в более широкую личность, невроз обычно исчезает. Карл Густав Юнг. На самом деле успех – это не что иное, как направление, которое вы выбираете. Это не имеет ничего общего с тем, сколько у вас денег, сколько вам лет, где вы находитесь, кем вы являетесь, чем вы занимались в прошлом и даже чем занимаетесь сейчас. Это то направление, в котором вы бы хотели, чтобы протекала ваша жизнь. И это исключительно ваш выбор. Боб Проктор.